Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, ес! Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это. Ой, ес! Банко тресто, президенто, ограблянто, ун моменто. Ой, ес! И за энто, режиссенто, наснеманто, киноленто. Мы бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Ой, ес! Мы фиато, разъезжато, целый день кабриолето. Ой, ес! Постоянно пьем чензано, постоянно сыто пьяно. Ой, ес! Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Держим банко, миллиону и плеванто на закону. Пульт дежурного 102 поступило сообщение о разбойном нападении неизвестного мужчины в стоматологическую клинику. Мужчина, угрожая ножом кассиру клиники, открыто похитил денежные средства в размере 200 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам участковыми инспекторами и сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Благодаря профессионализму актауских полицейских, злоумышленник был задержан по горячим следам. Участковым инспекторам полиции преступление удалось раскрыть в течение 30 минут. Мужчина признался в содеянном, вещественные доказательства изъяты. По факту разбоя, совершенного с применением оружия, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актау. Расследование продолжается. Put on your neck.
июля 2021 года в дежурную часть управления полиции города Актау поступило сообщение о разбойном нападении двух неизвестных лиц на букмекерскую контору «Лата-клуб». Злоумышленники, угрожая ножом охраннику и кассирше, похитили с кассы денежные средства в размере 1 150 000 тенге, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Мангистауской области. В отношении задержанных с санкцией специализированного следственного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.